Ну, привет. Привет, мои дорогие. Привет, мои пупсики. Девочки, мальчики, всем привет. Ох, отдохнул я от Ютуба. Отдыхал, на самом деле, отдыхал от Ютуба и впахивал на работе так, что вообще было не до Ютуба. Вот, кусочек выставлял, как он там, шоты, или как они, шорты, блядь, как они, не знаю, как они называются, со славой работу. Кусочек маленький выставлял, вы ни хера не лайкаете, не смотрите, ну, короче, не знаю. Буду, значит, выставлять видео, пока не будет 10 тысяч просмотров минимум и 1000 лайков. Видосов новых не будет, потому что, ну, смысл мне снимать, тратить на это время, а вы это никак не оцениваете. Я сейчас не давлю на жалость, абсолютно нет. Дело ваше, хозяйское, никого ни о чем не заставляют. Доброе, прекрасное утро. Вот даже вам Асечка передает. Иди к нам, иди к нам, иди к нам, любовь наша. Ну, что такое? Ну, что ты? Старушка. Старушка, мой дети, господи. Мои счастья. Мои счастья. Доброе утро, скажите. Ну, скажите, доброе утро. Ну, говорит, что такое? Что ты ела? Что ты ела, зай? Ой, девочки. Ну, что ты? На Ириску не упади, то опять развалитесь. Потом опять дела полечить. А, на улице прекрасная погода. У меня просто в спальне открыто окно. Ну, я же говорю, прекрасная. На самом деле, в Москве реально бомбическая погода. Вчера разговаривал с мамой, она живет в Красноярске. Там холодно, дожди. И, в общем, мама говорит, у нее на даче весь огород залило. Говорит, короче, говорит, херня, говорит, полная, говорит, с урожаем. Я говорю, у нас прекрасно. Вот Артем с Викой прилетят, будут загорать. Отдыхать, загорать. Пить, веселиться. Ну, что еще делать молодым и красивым? Думаю, дайте я хоть переверну камеру, поздороваюсь с вами. Привет! Так, я каждый день хожу в зал. Каждый день. Сегодня тоже пойду, сегодня не исключение, сегодня выходной. Сегодня выходной. Завтра работаю. Послезавтра в салоне. Завтра с понедельника. Завтра с Орловой. Во вторник в салон. Среда Орлова. Четверг салон, в пятницу ничего, наверное, не буду делать, буду готовиться к Викиному приезду, потому что в субботу они рано утром уже прилетают. Вот. Ну что, зажжем. Будете ставить лайки, писать хорошие комментарии. Ладно, по комментариям окей, как заслужил, пишите как хотите. Вот лайки надо ставить, девочки, мальчики. Это, кстати, продвигает канал. Я же не буду вам врать, это реально продвигает канал. Вот, поэтому захотите увидеть наши пьянки, вечеринки с Викой, с Аней. Сейчас Аня переписывался. Аня дома, 3 дня в депрессии. Говорит, после двух дней пьянок, она говорит, я вообще, говорит, ничего не хочу никого видеть, слышать. Я говорю, конечно, блядь, 2 дня пить, блядь. Я говорю, я один попил день, у меня потом, блядь, это, 3 дня было отходников. Короче, если хотите увидеть наши блоги с Викой, с Тёмой, с Аней, веселье, кураж, все такое, ставьте лайки, оценивайте влоги. Вот. Для вас же снимаю. Потому что я с этого ничего не зарабатываю. Все, не хватит прибедняться, хватит. Хватит прибедняться. Давайте пить кофе. Ну? Кстати, хочу сказать по поводу ребят пиратской жизни. Давайте сейчас раз и навсегда вам отвечу на один вопрос. Сейчас. Начнет наливать, чтобы шума не было. По поводу ребят пиратской жизни. Девчонки, мальчишки, вы мне пишете, ты окружен такими умными людьми, неужели тебе никто не мог помочь? Так вот, в YouTube такая тонкая история, я в ней ни хера не понимаю. Я в YouTube, не в ней, а, ну, хотел сказать, в социальной сети. Я в Ютубе ни хера не понимаю. Вот эти оценсы, вот эти внутренние, вот эти личные кабинеты. Я только захожу, думаю, боже мой, как хорошо, что я не работаю с компьютерами. И для меня это прям реально тяжело. А Игорь, Аня вообще в этом темный лес. У кого мне спросить? Вот у кого мне было спросить, как вывести деньги? Естественно, я написал мнение пиратской жизни. Это единственные блогеры, которых я знаю. А написал им, и они мне с удовольствием помогли. Бескорыстно, без...
какой-то там оплаты, без всего, просто ребята помогли мне. Поэтому не надо нагнетать, то, что у вас там с ними, то, что вы их там смотрите, и вам что-то не устраивает, это ваша, чисто ваша история, девчонки, мальчишки. Я, ребята, честно скажу, не очень активно смотрю, очень-очень редко посматриваю, но у меня к ним отношение прекрасное, потому что ребята меня уже выручают не первый раз, что касается YouTube. Вот, поэтому не нагнетайте. Ваши отношения – это ваши отношения. Мое отношение к ребятам – это мое отношение, и оно прекрасное. То, что они там вытворяют у себя во влогах, это дело каждого. Вот. Надеюсь, вам ответил. Че сидишь? Кого ты ждешь? Кстати, отказываюсь от молочки полностью. Осталась молочка у меня только в кофе утром. Что хочу сказать. Авокадо. Сколько здесь штук? 270 рублей стоит во вкус вил. Просто. Вот уже второй пакет покупаю. Вот был один вот такой пакет у меня. Мне кажется, это типа интересней. А вот второй купил вот такой. Ну, что было? Потому что за 270 рублей вот столько авокадо. Но помидоры у нас дороже, честно хочу вам сказать. Вот у меня готовая еда со сезонами. Здесь гречка. Салат делаю такой вкусный. Каждый вечер делаю салат из этой зелени. Короче, тунец добавляю. Давайте холодильник закрою, все-таки не ворота. Сейчас кофе налью. Все, он что-то сыпется. Сидит, ждет. Палочки ее лакомства закончились. Сегодня куплю, киса. Ты вчера все последнее съела. Зайчка моя. Любовь, ты моя сладкая. На самом деле, если на нее так долго смотреть, она начинает лаять. Что хотел сказать? Салат. Тунец добавляю. Помидор. Покупаю классные, дорогие, блин, помидоры азербайджанские. 100, сейчас скажу вам, за 2 помидора я отдал 140 рублей. За 2, блядь, помидоры. Ёб твою мать вообще. Но они, конечно, они прям как кусок мяса. Они прям такие мясистые, большие. Помидор добавляю, вот этот салат, тунец именно салатный в банках, который в собственном соку, не в масле, девчонки, мальчишки, только в собственном соку. Потом авокадо, все это перчу, солю и заливаю чуть-чуть оливковым маслом. Во, просто очень вкусно. Перед сном прям бомба, ну, за часик до сна, там, за полтора часика. Доброе утро. Кайф, рука болит уже с непривычки. Смотрите, у меня сколько английского. Видите, у меня английский. Здесь какие-то фразочки. Это тетрадь английский. Здесь вообще все чисто парикмахерская история. Видите, всякие тонкие толстые волосы. Все учу. Я уже это все знаю, это все уже выучил, это я в самом начале. Это мой первый был урок, я начал с этого. 2 раза в день уроки у меня по английскому, утром и вечером. Все, мои хорошо, буду пить кофе. Так, мои дорогие, ну что, на тренировку? Едем на тренировку с вами, потренируемся. Потом пойдем к Игорю на квартиру, на эту маленькую. Нужно закупить всяких штучек, дрючек туда. Короче, все узнаете. Так, короче, я уже потренировался, причем охеренно. Я уже нахожусь в торговом центре Крокус или Вегас. Вегас. Бля, я еле иду, честно говоря. Мне нужно купить солнцезащитные очки. Хочу новые. Выхожу из лифта, поднялся на 3-й этаж в торговом центре. Выхожу из лифта, ребенок говорит: давай поедим, потом все остальное. Я думаю, это знак. Вот иду, ищу, где поесть. Надо спуститься на 3-й. Я на 4-м. Поем и пойдем с вами искать очки. Красиво здесь. Мне здесь нравится определенно. Это где Крокус, где я часто работаю, где часто концерты, мероприятия всякие.
пустой торговый центр абсолютно. Буквально, я не знаю, ну посмотрите сами, сколько человек. Практически никого нет, да? Вот жара, помните, мы работали там в Санитой Цой? Я уже, честно говоря, 100 лет здесь не был, вот так, чтобы по своим делам, а в основном по работе сюда. И уже запутался и забыл, где что, блин, находится. Какие-то новые бренды. Какие-то новые бренды. Говорят, польские бренды. Бренды почему? Вот какой-то новый. Хер пойми, кто эти бренды. Поляков, говорят, очень много зашло на рынок. Что очень странно. Может быть, меня дезинформировали? Так, ладно, давайте я найду еду. Мы с вами поедим. Найду еду. У меня, кстати, утром был английский. Успешно очень. Короче, я блуждаю. Я окончательно запутался. Мне, оказывается, надо на этаж выше. Зачем я спустился? Вот здесь такой каток. Планета суши, KFC, фарш. И вот наверху вся история, это что мне нужна. А может быть фарш пойти? Не хочу булок никаких. Планета суши, рула тоже надоели. Ну, ребята катаются. Тут очень часто учатся. Преподают. Кстати, чайхана поменяла название на какой-то Васильчуки. Раньше же было просто чайхана номер один. Видите, сейчас поменяли они. Так, я что-то блуждаю вообще не там. Не там. Все, нашел. Короче, я остановился на каком-то бренде, вот этом. Какие-то калифорнийские бургеры. Какой-то заказал самый дорогой бургер, который у них был за 369 рублей. У меня мозоли, представляете, мозоли. Фитнес. Так, Пепси. 89, креветки 229, 5 штук. И сырный соус. Сейчас будем пробовать. Вот, калифорнийские бургеры. В общем, вот так выглядит эта история. Пепси. Вот такой огромный бургер. Он, правда, большой. И креветки в кляре. Сырный соус. Как в Макдональдсе. А, ну что, давайте попробуем. Давайте пробовать. Дальше надо отодвинуть. Выглядит красиво. Даже прилично. Тут, короче, двойная котлета, двойной сыр. В этом вся фишка. Прикольный. Очень сочный. Афиша мигает. Артика, этот не Артикася, а Настя. И Мод будут скоро выступать здесь. Моя Мишель. Это кто? Ольга Бузова, концерт. Видимо, тот, который был. Реально очень достойная булка. Даже вкуснее, чем в Маке. Такое ощущение, что она более такая натуральная.
8-10 L1 будет выступать в Крокусе. Кто все эти люди, блядь? Мне кажется, ничего не найду здесь сегодня. Сножусь, блядь, домой поеду. На тренировке что-то очень сильно устал. Думаю, я и пить-то взял, а мне тут кола подперла телефон. Эй, котлетка, не выпадывай. Не выпадай. Скоро будут новости для вас. Так, ну что, ребятули, пробуем. Реальное ощущение, что здесь где-то более натуральное. И да, чем в маке в том же. Кто ест со мной, приятного аппетита. Давай, блядь, на голову себя прокинь. Блядь, вы видели его, а? Подошел бы, сейчас уебал, блин. Да, вы реально бы его видели, это пиздец. Он не потому что шумный, он шумный, потому что он не расцвета.
Банько, блядь. Бля, вы видели бы его бейсболку. Это ёб твою мать, а. Нахер его обсуждаю? Короче, я не наелся. Я думал, что я наемся этим. Нет, я бы еще что-нибудь съел. Пойдемте. Хочется кока-колу попить и пойдемте. Кока-колу я попью без вас, потому что это вот так вот было. Ну говорю вам, тоска. Посмотрите, все закрыто. Все закрыто. Блин, ну это очень печально. Это прям печаль-печаль. Adidas. Nike тут еще один есть. Магазин тоже закрыт. Starbucks. Закрыт, естественно, Pull&Bear. Pull&Bear закрыт. Бершка закрыта. Поехал я домой. Смотри. Народу нет, все закрыто. Это в Крокусе. Вот такой печальный блок. Massimo Dutti закрыты, Zara закрыты, Nespresso закрыты, Mac закрыт. Что, даже Mac закрыт? Блять, даже Mac закрыт, ребята. Zara Home закрыты. Но единственный плюс в этой всей истории, что мне хотя бы за паркинг денег не взяли до 17 еще, короче, 3 часа бесплатно. Печальная история, очень печальная. Как вам эта ситуация? Ну, многим, наверное, похеру. Мне тоже, по большому счету, похеру. Но, блядь, мы так долго вставали с колен. И чё, блядь, и опять мы ни хера не видим. И так еще, наверное, лет 10. И это еще... Клево, что что-то есть. Скоро и этого не будет. Вот, девочки, мальчики. Так, все, поехали. Надо к Игорю поехать и на его квартиру. Так, какое место у меня? Вот оно. Вот она, моя машинка. Красивая девочка.